Внешний вид Ульяновска меняется с каждым месяцем. Ввысь растут дома жилых массивов, кварталы становятся все больше. Особенно это заметно на бывших окраинах города. Север за Свияжей и Заволжьей пополняются десятками новых домов. Для маленьких жителей микрорайона Центральный в новом городе уже построен новый детский сад. Рассчитан на 280 мест, красочный и с огромной детской площадкой. Более 16 тысяч квадратных метров для комфорта детишек и их воспитателей почти готовы. Недалеко от него строятся и новые школы, на вид как родная сестра губернаторского лицея в Засвияжье. Уже в марте следующего года в ее стенах будет учиться более 1000 ребят. Застройщик обещает вовремя сдать объект. До конца года мы планируем, что будет перекрыто полностью выполнены кровельные работы, и в зиму подадим отопление и будем проводить отделочные работы. Также на левом берегу скоро появится красивый и комфортный микрорайон. 16 домов в прибрежной зоне рядом с сосновым лесом. Есть и готовые четырехэтажки, есть и строящиеся. Квартиры уже выставлены на продажу. Для содействия застройщикам и архитектурного развития региона будет создано Министерство строительства. Отдельная структура будет распределять и направлять региональный бюджет на ульяновские объекты. Губернатор уже назначил министра. Возглавлять ведомство будет Алсу Садретдинова, почетный строитель Российской Федерации и бывший депутат законодательного собрания в одном лице. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новостью Ульяновской правды.